Галевич, прошу о помощи всех. У меня пропал сын Звонышев Руслан Данилович. 2002 года рождения, 17 сентября, день рождения у него, который уехал на рыбалку и не вернулся 28 апреля 2020 года. Ищем везде, ищем, не можем найти. Хочу обратиться ко всем людям, помогите найти сына. Особенно прошу вышестоящие органы, телевидение прошу, помогите найти сына. Я уже не знаю, куда обращаться уже. Помогите найти сына моего. Пожалуйста. Хочу обратиться к сыну. Сына, возвращайся скорее домой. Папа, мама, все соскучились. Не знаю, что делать, куда девать. Сынок, возвращайся, мы тебя очень любим, ждем. Пожалуйста, всех прошу о помощи.